связи с высокой востребованностью пассажиров с 21 июля продляется ежедневное курсирование поезда номер 813 Майкоп-Адлер. Отправление из Майкопа в 18:55, прибытие в Адлер в 00:17. И поезда номер 814 Адлер-Майкоп. Отправление из Адлера в 8:49, прибытие в Майкоп в 14:14. Подробную информацию о графике движения пригородных поездов можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра 8 800 775 00 00. Звонок бесплатный.